В Лангепасе по соглашению между правительством Югры и нефтяниками заасфальтировали 70% дворов. Сейчас работы идут на площади около 2000 квадратных метров. Раньше здесь почти все пространство занимала лужа, больше похожая, по словам местных жителей, на небольшое море. Сейчас рабочие демонтировали старые бордюры, укладывают новые. Тротуары оборудуют с учетом интересов маломобильных граждан. Кроме того, появится стоянка, которая вместит все автомобили жителей окрестных девятиэтажек. Но главное, что ждут граждане, исчезновение огромной лужи. Здесь более 2000 квадратных метров на этой площадке, то есть вместе со стоянками, с тротуарами, с площадками. То есть будет новое покрытие, то что здесь основная задача – это отвести воду, чтобы не стояла вода, чтобы она уходила по уклонам на проезжую часть. Соблюдены уклоны в соответствии со СНИПами, с нормами, потому что вся вода будет уходить.